Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксанас, и сегодня у нас информация по поводу розыгрыша. Какие у нас будут призы, как принять участие, какие страны принимают участие, ну и, конечно же, когда будут подводиться итоги и как они будут подводиться. Поехали! Самое первое, о чем, конечно же, хотелось бы поговорить, это о призах. Самый главный, самый крутой приз, который я сегодня разыгрываю, это, конечно же, ПК за 100к. В этом ПК у нас имеется RTX 3070 Ti на 8 гигабайт, Ryzen 5 5500 3.4-4.2 Гц, M2 SSD, очень быстрая SSD-шка, благодаря которой вы сможете разогнать ваш комп просто в космос. Это все у нас подкреплено 16 гигабайтами АЗУ, ну и, конечно же, вот этот прекрасный стильный корпус, в который это все укомпоновано, разбавит ваш унылый интерьер, друзья. Второй приз, который у нас имеется, это, конечно же, модные оригинальные футболки, чисто для реальных фанатов. Ксаназос, вот такие вот классные футболки, футболки под каждого будем подгонять, будете писать, у кого какой размер в случае, если вы выиграли, и буду просто, ребятки, для всех отдельно печатать крутую футболку, оригинальную, с росписью, для истинного фаната. Таких футболок у меня 10, ПК, естественно, один, и это самый дорогой приз, ну и, можно сказать, утешительные призы — это футболка. Футболка тоже очень крутая, для каждого будет подогнана индивидуально. Как же принять участие в этом розыгрыше? Давай покажу. Переходите по ссылке в описании, и тут у нас уже указана минимальная сумма доната. Она равна 500 рублей. Это и есть стоимость одного билета. Для того, чтобы взять два и более билета, а это, конечно же, возможно, вы просто корректируете эту сумму. Образно, 1000 это 2 билета, 1500 это 3 и так далее. Указывайте сумму, на которую вы готовы приобрести билеты, чтобы увеличить свои шансы. Очень важный момент, друзья, когда вы оформляете билет, вам необходимо оставлять свои социальные сети для того, чтобы я мог с вами связаться в случае вашей победы. Так что тут у меня имеется вот такая, ребятки, памятка, с помощью которой вы сможете, конечно же, если что-то недопоняли, вот здесь прочитать и правильно оформить билет. Не забывайте, друзья, что очень важный момент еще, второй, приобретая билет, вы поддерживаете эту идею, идею розыгрыша, поддерживаете меня как автора за проведение этого розыгрыша, ну и, конечно же, имеете возможность выиграть один из ценных призов. После того, как вы совершаете пожертвование на этот билет, друзья, вы вноситесь автоматически в базу, по которой мы будем выявлять победителей. Какие страны у нас могут принимать участие в этой всей суете? Конечно же, страны такие как РФ, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. В эти страны доставка у нас имеется. В случае каких-либо проблем с доставкой, конечно же, я все беру на себя. Да и в целом, всю доставку я беру на себя. В случае, если вы выиграли, вы ни за что не платите. Просто доставка падает на мои плечи, и в случае проблем, как я уже говорил ранее, я все проблемы беру на себя. То есть, если я вдруг не могу доставить, то я выплачу вам ваш билет, плюс еще сверху накину за то, что вы выиграли. Образно, за футболочку накину там определенную сумму. Поэтому это вся тема наживная, и тут мы сможем в любом случае договориться. Как и когда мы будем подводить итоги данного розыгрыша? Если честно, подвести итоги этого розыгрыша я хотел примерно где-то к сентябрю, чтобы этот мощный комп достался одному из вас. Я думаю, очень много юных ребят меня смотрят, которые могут выиграть этот комп именно для учебы. Ну да, конечно, для учебы, ага. Дотку играть по-любому целыми днями будешь. Но да ладно, не суть. И, к сожалению, ребята, которые уже взяли билеты по предзаказу, говорят, типа, ну это долго, давай хотя бы где-то там, может, в конце месяца. Ну и я решил, примерно где-то в конце июля мы будем закругляться. Но, опять-таки, информирование по поводу окончания розыгрыша я буду делать в ТГ и в YouTube-канале соответственно. Как мы будем выявлять победителей? Конечно же, по списку билетов. Все, кто приобретает билет, как я говорил ранее, они занимают определенное место в списке, и рандомайзером мы будем выявлять победителей. Абсолютный рандом. Никаких подстав, вот таких поддавок каких-то и прочего всякого шлака. Я такое максимально не уважаю, и те, кто со мной, в принципе, с самого начала вот этого канала, который я веду, все знают, насколько четко я к этому отношусь. Поэтому, ребятки, вот так вот, следите за информацией в ТГ и в Ютубе. Там я буду, конечно же, извещать по поводу
окончания данного розыгрыша, а именно по конкретной дате, когда мы будем онлайном в Ютубе все это проводить. А именно проводить что? Правильно, окончание данного розыгрыша. Если честно, я никогда не выигрывал в таких подобных розыгрышах, и имея свои ресурсы, ваши ресурсы, мое желание, я хочу провести такой вот этот глобальный розыгрыш, да, по сути, ну, для моего канала это большой розыгрыш и самый первый большой розыгрыш. И это очень важно для меня. И я хочу провести этот розыгрыш. Комп за 100к и футболки, это все стоит определенных средств. Но я рад это сделать и осчастливить кого-то из вас, друзья. Почему бы и нет? Все вместе, с миру по нитке, и сделали вот этот крутой розыгрыш. Может быть, именно ты выиграешь комп. Ну или хотя бы вот эту прикольную футболочку. Ну, конкретно не эту потную, вонючую, с которой я каждый вечер сижу. Но, тем не менее, имеет место быть. Друзья, не забывайте, что информирование полностью по окончанию розыгрыша, как я говорил ранее, будет в моем ТГ и в моем YouTube-канале. Не забывайте подписываться, это очень важно. И не забывайте про мошенников, которые могут вам написать: «Вот я хен, я прошу тебя скинуть мне сюда деньги, я куплю тебе билет». Я такого никогда делать не буду. Все билеты вы приобретаете сами. И в случае каких-то вопросов, можете, конечно же, оставить эти вопросы в комментариях. Я, конечно, на них отвечу. На этом все, друзья. Всем пожелаю удачи, принимайте участие, спасибо за поддержку и давайте, может быть, кто-то из вас заберет вот этот вот комп. Дерзайте.